Друзья меня зовут Коди Арчер. Добро пожаловать на возрождение сегодня. Спасибо за то, что смотрите нас. Не забывайте писать нам, откуда вы нас смотрите. Нас смотрят друзья из 40 с лишним стран, поэтому пишите нам. На этой неделе нас ждет невероятный разговор. Хочу представить вам нашего гостя Дейла Андерсона. Дейл, спасибо за то, что пришли к нам. Спасибо за приглашение. Вы отец и дедушка, автор книги и один из лидеров Международного дома молитвы в канзас сити И сегодня мы поговорим о том, зачем вообще изучать последние времена. Это большая тема, и скоро мы перейдем к ней. Но вначале я хотел бы попросить вас лайкнуть это видео и поделиться им с вашими друзьями. Я верю, что то, о чем Дейл будет говорить сегодня, поможет некоторым людям выйти из застоя. Некоторые думают о последнем времени, и их парализует страх. Но я верю, что Дух Святой будет действовать во время этой программы, давая вам откровение и понимание. Некоторым из вас это поможет выйти из ступора или поднимет внутри новую жажду для изучения Писания о последнем времени. Поэтому не поленитесь и поделитесь этим видео. Перед тем, как мы начнем, я хотел бы выразить свое восхищение вам и служению I Hope. Сейчас я читаю биографию Голды Майер, единственной женщины премьер-министра Израиля. И в этой книге она много раз упоминает уникальные отношения Израиля и США. А ваше служение тоже является одним из ближайших друзей нашего служения «Возрождение сегодня». Так оно называется. Спасибо за ваши молитвы и поддержку. Мы — часть целого, входящая в Тикун Интернашнл. Вы делаете все, что в ваших силах, чтобы помогать нам. Спасибо. Для нас это очень ценно. И вам спасибо. Для нас это большая привилегия. Господь сказал нам четко и ясно, что Израиль находится на самом острие Божьей стрелы, и он занимает особое место в сердце Бога. Поэтому мы не можем отказаться от того, что важно для Него. Мы рады быть с партнерами служений в Израиле, особенно что касается Тикун Интернашнл. Вы наши дорогие друзья, и мы вас очень любим. Спасибо. Но перед тем, как мы начнем, пожалуйста, расскажите немного о себе. Кто вы и откуда? Я родился в Америке, а вырос в Канаде. С женой мы познакомились в Канаде, оттуда мы поехали на миссию в Восточную Европу. Какое-то время мы прожили в Польше, вернулись в 1999 году и переехали в Канзас-сити, чтобы работать в Международном доме молитвы. Я учился на педагогическом, поэтому начинал как учитель средних классов. Это был незабываемый опыт. Моя жена, она медсестра, у нас двое детей, нашему сыну 30 лет, он женат, и у него уже своих трое детей. Нашей дочери 27, и она готовится к работе в IOM. Мы растили наших детей в постоянных разговорах о том, что Бог желает достигать всех людей во всех племенах и народах. Мы прожили в Канзас-Сити всего 15 лет и молились за то, что волновало Бога. Я так думаю. А когда нам выпадала возможность посетить другие страны с его посланием, мы были ей очень рады. Я люблю Израиль. Так замечательно приезжать сюда и проводить здесь время. Впервые я приехал сюда в 2010 году. Это полностью изменило мою жизнь. Это было как до нашей эры и после нашей эры. Когда я приехал домой, я был так благодарен Богу, что плакал от счастья целых два или три дня не останавливаясь. А вот моя короткая история. А вот вам и реклама. Приезжайте к нам, посетите эту землю и походите там, где ходил Иисус. Давайте перейдем к теме последнего времени. Для начала хочу рассказать вам свою историю. Я уверовал в Господа, когда мне было 20 с небольшим. Я был так рад, и хотел глубже изучать Слово Божие. Тема последнего времени была мне очень интересна. Но я сразу же столкнулся с преградами. Я понял, что есть миллион разных мнений до скорби и после скорби, до тысячелетнего царства и после тысячелетнего царства. Кто-то говорит, что вообще не нужно изучать эту тему. Одни говорят, что мы поднимемся вверх. Другие, что Иисус спустится к нам, я даже не мог понять, с чего мне начать. Мне казалось, что я застрял. Зачем мне изучать что-то такое? Запутанные. Я даже заметил трение между разными лагерями. Причем довольно сильное трение. Так вот, расскажите нам, зачем вообще тратить свое время на изучение этих мест Писания? Прекрасный вопрос. У меня был такой же опыт. Думаю, нам стоит изучать последние времена по нескольким причинам. Я был в шоке, когда узнал, что Иисус говорил о Своем возвращении и о Своем Царстве больше, чем о любой другой теме. Он говорил об этом больше, чем о Божьей любви, больше, чем об исцелении. Он говорил очень много о Своем возвращении и об условиях Его возвращения. Поэтому сегодня у нас есть много материалов на эту тему. И этот факт уже должен вызвать у нас любопытство. Он хочет, чтобы мы знали об этом. Возможно, мы не будем знать все или разбираться во всех нюансах, но мы должны знать, каким будет его возвращение что будет происходить перед этим, каким будут люди, ну и так далее. Все эти вещи указаны, но мы по своей природе хотим, чтобы все было хорошо. Мы не хотим конфликтов или неприятностей, и поэтому мы пытаемся изменять Писание, вместо того, чтобы позволить Писанию менять нас. Вообще-то так должно быть. Именно для этой цели он дал нам всю эту информацию, чтобы мы меняли наши сердца и готовились к тем тяжелым временам. Иисус оставил нам много материала. В Библии есть более 150 глав, где более 50% главы посвящены правлению Божьего слуги Мессии. Мы знаем, что Иисус придет, но если более 150 глав, говорят нам о том, что будет происходить на Земле перед становлением Его Царства, то это никак нельзя игнорировать. А если говорить с практической точки зрения, то изучение будущих событий, которые с каждым днем все ближе, помогает нам понять, как справляться с трудностями сегодня. Не знаю, как у вас, но у меня сегодня есть трудности. Верьте или нет, но изучение последнего времени помогает нам понять, как проходить эти трудности и не отступать перед их лицом. Иными словами, это учит нас выдержке, даже тогда, когда становится слишком тяжело. Так любовь растет и становится зрелой. И мы учимся держаться, даже если все против нас. Это и производит настоящую любовь которая должна исходить от церкви, от невесты Христа. И все общины мира призваны понять, что нужно изучать эту тему, чтобы мы всем сердцем реагировали на Мессию, даже под давлением. Помните, на кресте Он отдал нам лучшее вино. На кресте Он отстоял свою позицию человечество распяло Бога во плоти. Но даже посреди таких трудностей он сумел отстоять свою позицию и излил свою любовь и благодать. Он выдержал, он не сдался. Так же и нам. Нужно будет доказать свою любовь к Нему в самых ужасных условиях на земле которые когда-либо существовали за всю историю человечества. Это те причины, почему я хочу изучать последние времена. Надеюсь, это и вам поможет. Расскажите, что вас пугало поначалу? Может, антихрист или знак зверя после просмотра фильмов на эту тему? Или же изучая эту тему, в вас поднималась любовь к Богу, или вы говорили так, «Я сцеплю зубы, и мы все преодолеем». Какие мысли переполняли ваше сердце? Это удивительно. Изучая эту тему с открытым сердцем, а также добавив пост и молитву, не думаю, что нам стоит изучать ее за пределами образа жизни тех людей, которым она была написана. Я был шокирован, когда понял, Божью справедливость и его суд в контексте его вечной цели. Это вызвало во мне еще большую любовь и привело к более близким отношениям с Богом. Я такого не ожидал. Помню, как однажды я изучал Божие суды. Они очень страшные. Если посмотреть на книгу Откровения, то это откровение не только о периоде времени, но и о личности, об Иисусе Христе. Иными словами, Бог открывает нам, что Он будет делать. Господь, покажи, где здесь любовь? Как это можно назвать проявлением любви? А Он ответил, «Я все еще агнец Божий, который взял на себя весь грех мира». Я все еще показываю и удаляю то, что у людей в сердцах. Я все еще прикрываю тех, кто ищут меня всем сердцем. Все это мотивировано любовью. И это будет крещендо этой огромной любви. Когда я понял, что все построено на любви, для меня все изменилось, причем кардинально. Страх ушел, и я стал жаждать узнавать об этом еще больше. Признаюсь, раньше я был парализован страхом, но сейчас все не так. Когда-то я, как и вы, боялся всего, но сейчас я смел, как никогда. А если у кого-то появилось желание изучать эту тему, то с чего вы посоветуете им начать? Я расскажу, что делал я. Я очень люблю Слово Божие. И когда я увидел пророков Ветхого Завета, то даже не знал, что с этим делать. Мне всегда нравилась книга Даниила, но я начал с осознания того, где находилось мое сердце. Реальность была в том, что я ничего не знал. Но поскольку я любил Библию, то понял, что мне нужно вложить какие-то стихи в мое сердце. Они должны проникнуть не только в мой разум, но и в сердце. Изучая разных учителей Писания, я заметил три общих для них главы, на которые они часто ссылались. Я решил взять эти главы и вложить их в свое сердце. Евангелие от Матфея, 24 глава, это пророчество Иисуса. Это очень важно, потому что он очень часто цитировал Ветхий Завет. Итак, предсказание Иисуса в Евангелии от Матфея 24 главе, а также у Марка в 13 главе и у Луки в 21. -й. Еще второй псалом, где говорится о четырех периодах времени. Бунт народов, реакция Бога на этот бунт. Вообще, почему они бунтуют? Потому что Бог выбрал своего Сына в качестве Мессии. Ну а потом совет Давида ⁇ склонитесь и поцелуйте Сына. Радуйтесь и трепещите. То есть это радость Господи вместе со страхом Божьим. А еще Иаиля вторая глава о звуках двух труб. Первая оповещает о том, что день Господень уже здесь, от него уже не убежать, а поэтому вопрос, кто может устоять. Затем звучит вторая труба. «Пусть соберутся те, кто разорвал свои сердца, а не одежды». А потом наступит великое излияние Духа в последнее время. Я понял, здесь Иисус говорит нам о знамениях его прихода. Второй псалом дает обзор условий на земле. А вторая глава Иаиля объясняет нам роль и предназначение церкви посреди трудностей. Когда я увидел все это, то понял, Боже мой, неудивительно, что эти стихи повторяются снова и снова. У меня ушло около трех месяцев на то, чтобы наполнить ими. Свое сердце. И тогда я и понял, что могу браться уже за книгу Откровения. Меня когда-то вдохновил Майк Пикл. Целый год я посвятил книге Откровения. С понедельника по пятницу я каждое утро читал или размышлял над разными стихами. И через несколько месяцев я заметил, что туман начал улетучиваться. И медленно, но уверенно книга начала А а в первые три месяца мне казалось, что это слишком сложно. Но благодаря изучению мне становилось все яснее и яснее. Да, там много символов, но главное не останавливаться. Нужно не останавливаться. Да, там есть очень сложные пророчества, но, несмотря на это, со временем все станет яснее. Давайте перейдем к тому, как это сделать на практике. Мы изучаем последние времена, и эта информация просто складывается в ячейки в нашей голове. Так, это на будущее, но как эта информация может влиять на нашу повседневную жизнь уже сегодня? Хороший вопрос. Она должна иметь связь с нашей повседневной жизнью. Если она не имеет этой связи, то так и остается информацией. В моем случае я сначала понял, что мое сердце ничего не знает об этом, я понял, что недостаток этой информации принес банкротство а в мои отношения с Иисусом. Мы были призваны любить Его всей душой и всем сердцем. И я понял, что я люблю Иисуса из Евангелий, но мне сложно было полюбить Иисуса из последних времен. Иисуса судью. Я подумал, ну как это возможно? Это то же самое, если бы у моей жены была та часть, которая мне не нравилась, я бы не знал ее в этом проявлении. Иногда она сильная и прямолинейная, ее интересует только правда и никаких компромиссов. И бывают дни, когда я думаю, ты такая сильная. Но я не знаю, нравится ли мне это. И Бог показал мне, что иногда я отношусь к Нему именно так, когда я силен, прямолинеен и смотрю на сердца людей. Ты немного отстраняешься от меня. Это все равно я. Ты вообще меня любишь? Ты принимаешь меня в любом виде. Я не только кроткий и мягкий. Я бываю сильным и прямолинейным, когда думаю о вечности. Я понял, что Бог желает, чтобы изучение событий последнего времени коснулось моего сердца, дабы вызвать во мне любовь от всего сердца. Это помогло мне понять мои нынешние трудности. Иаков говорит о том, чтобы принимать все испытания с радостью. Что, серьезно? Как это возможно? Но. На самом деле Бог дает нам щедро и без упрека. Иными словами, посреди трудностей мы можем открыть для себя новый аспект Бога, о котором мы еще даже не знаем. Бог любит давать щедро, и Он может дать нам радость даже посреди наших трудностей. Он будто бы говорит нам, я хочу открыться вам в этой ситуации. Я хочу стоять с вами в этой ситуации. Понять это нам помогает то, что Иисус пришел как человек. Так я понимаю, что я не один. Думаю, сегодня на Земле нет более ужасного чувства, чем чувство одиночества. Многие люди чувствуют себя одинокими, и они чувствуют себя так посреди своих трудностей. И один из лучших стихов в книге Откровения, который многие люди упускают, «Я, Иоанн, апостол и ваш друг в скорбях». Он говорит о периоде гонения Нерона, но еще и пророчествует нам. Эта книга может стать вашим компаньоном посреди трудностей и испытаний. Она поможет вам почувствовать, что Бог с вами. Не могу придумать лучшего момента, когда нам нужна Божья поддержка. Это одно. А во-вторых, эта книга помогает мне понимать людей, когда у них трудности. Мне не нравится, когда люди одиноки. Вторая заповедь гласит «Люби других так, как я люблю себя». Я понимаю, что Бог никогда не планировал, чтобы мы были одиноки в наших земных проблемах. Поэтому Иисус и пришел. Он пришел, чтобы быть с нами. Он пришел в силе Святого Духа, чтобы стать частью наших жизней. И вот почему мы молимся за святую землю. Мы не хотим, чтобы вы были одни посреди всех ваших трудностей. Мы хотим помочь вам и быть рядом. А вот как мы понимаем любовь к Богу и к людям посреди трудностей. Мы не должны быть одни. Мы должны тянуться друг к другу. А еще Бог желает, чтобы мы знали, как проходить трудности так, чтобы открывать природу Бога. Не знаю, как здесь, но вот у нас, в Америке, на дорогах постоянно что-то происходит. Кто-то кого-то подрезает. Ну а Бог хочет показать нам, как Он может дать нам силы, чтобы демонстрировать Божью любовь даже в самых непростых ситуациях. Потому что если вдруг вы вышли и кричите на того же водителя, тогда вы не проявляете Божию любовь. А вот если вы терпеливы и настроены ко всем мирно, тогда Господь может проявляться через вас и дарить людям свою любовь. Если кому-то захочется углубиться в эту тему, то я знаю, что вы учите этому. А где еще они могут получить доступ к этим материалам? Конечно, хороший специалист в этом вопросе это Майк Пикл. У него есть онлайн-ресурсы, которые он собирал лет 10, наверное. Он много учит о последнем времени. Мне очень нравится его подход. Он использует буквальное толкование. Если Библия говорит что-то, то она именно это и имеет в виду. Если есть символы, то мы их разбираем. Мне очень нравится такой подход. Это здоровый подход. И так у него много материалов, и все они бесплатные. А еще есть приложение «Открытые лица». Название взято из второго послания Коринфянам 3 главы. Там сказано, помните, мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся, как от Господня Духа. Смысл в том, что я сконцентрирован на личности Иисуса Христа. В этом приложении есть материалы, которые абсолютно бесплатны, так же, как и в первом случае. Там представлены разные темы. Например, «Семь церквей Откровения», а также разные аспекты отношений с Богом. Приложение бесплатное. С его помощью я хочу разбить твердыни в сердцах людей, чтобы они перестали бояться. Если вся компания идет в одном направлении, то это значительно проще. И тогда вы быстрее достигнете цели. Поэтому я призываю вас изучать Библию постоянно. Вы правы? Вскоре я попрошу вас помолиться за тех, кто застрял. Я также хочу рассказать нашим зрителям, что у нас действительно близкие отношения с лидерами iHope, и мы хотим развивать их и дальше. У нас есть много материалов от Майка, от Дейла и от многих других лидеров. Заходите на их веб-сайт в приложении Дейла. А еще, они круглосуточно транслируют хвалу и поклонение разных команд. Мы здесь, в Израиле, часто смотрим эти трансляции, и они очень подкрепляют наши сердца. Было много случаев когда я включал их, они как раз ходатайствовали за Израиль. Такое было много раз. Поэтому я рекомендую вам посмотреть их программы, а также не забудьте лайкнуть это видео и поделиться им с друзьями. Дейл сейчас помолится за вас. И я уверен, что Дух Святой даст вам свежее желание изучать книгу Откровения. Итак, Дейл, пожалуйста, Отец, спасибо за это время. Твой сын сказал, блаженны алчущие и жаждущие праведности, потому что они будут напоены. Отец, пусть уйдет всякий страх и все, что парализует. Пусть все это уйдет во имя Иисуса. Отец, во имя Иисуса. Проникни в сердца жаждущих которые ищут правду и хотят ее узнать, прямо сейчас открывает двери возможностей в духе, чтобы страх уменьшался а Твоя благодать росла. Пусть Слово Божие оживет в них по-новому. Пусть у них начнут всплывать в голове параллельные места из Писаний, чтобы они могли разобраться в любой теме. Пусть Твое Слово оживет в них по-новому. Отец, спасибо за то, что Ты имеешь для нас столько материалов. Они не в тайне. Мы ищем их, потому что жаждем и любим Тебя. Мы очень благодарны за то, что нам открыты разного рода познания. Отец, во имя Господа нашего Иисуса Христа благослови своих людей. Мы молимся во имя Иисуса. Аминь. Да, аминь. Дейл, спасибо вам за ваше время. А вам спасибо за то, что смотрели нас сегодня. Не забывайте оставлять комментарии. Расскажите нам, как вы изучаете последние времена. Если какая-то глава или стих особенно зацепили вас, то я хочу узнать о них. Пишите нам, я буду рад вашим сообщениям. И увидимся через неделю в программе «Возрождение сегодня».